Дорогие друзья, рад вас приветствовать у себя на лестнице. Как известно, театр начинается с лестницы, не с лестницы, с вешалки, а у меня начинается с лестницы. Хочу вас познакомить с моей коллекцией флагов. Ну, естественно, первым идет наш российский трикорол. Вот он здесь. Вот. Кстати, позже вам покажу, как эти цвета выглядели до революции. Они слишком изменились. Оттенки были совершенно другие. У меня есть оригинальный революционный флаг. Он, конечно, имеет другие цвета. Ну, спасибо за эти. Вот здесь у нас, естественно, американский флаг. Вот он. Значит, ну, он, конечно, не самый последний, потому что он еще, вот видите, звездочки вот так расположены. Ну, тоже имеет. А это вот американский флаг времен гражданской войны. Прошу любить и жаловать. Флаг Южных Штатов. 13 звезд, объединившиеся для Южной армии. Вот это флаг. Вот это флаг. Артиллерийский флаг американский. Тоже гражданской войны. Вот. Вот это флаг морской. Видите? Вот он, замечательный морской флаг. Может быть, уже тоже времен, тех старых времен. Коллекционных, будем говорить. Ну, естественно, это наш родной, если видно, родной флаг военно-морских сил, о котором я посвятил много песен. И буду дальше воспевать его, потому что именно геройский флаг. И будет еще долго, долго, наряду с нашим родным Андреевским флагом, будет долго в сердцах у людей, может быть, и вечно. А вот это адмиральский флаг, американский, современный. Адмиралы поднимают его, когда посещают корабль адмирал, поднимается вот этот флаг американский. Ну, здесь у нас тут, видите, открываю много всяких, вот, висит, это вот современный американский флаг на стенке, на двери у меня, видите? Здесь эмблема Кисмета, нашего кормильца, Kismet Record Company. А здесь то, что я организовал по приезде в 89 году, Kismet Video Corporation, уже местная компания, российская. Здесь акции, прошу любить и жаловать, Kismet Record, Kismet Video Corporation. Вот. Ну, дальше можно перейти уже, потихоньку подниматься. Ну и перейдем уже тогда. Японский флаг тоже, видите. Вот это у меня восточные тут страны. Вот, имеют тоже представительство моей коллекции. Есть флаг. Где-то я уже не могу его тут найти. Военно-воздушных сил американских. Ну, у меня где-то тут далеко. Сейчас не видно, уже другой раз. Так что можем потихонечку переходить. Вот так зовут твою собачку. Доктор Коломяги, профессор кислый щей и инженер карманной тяги. Вот такой у него титул. И охраняет твой дом. Да, он вообще-то образец от собаки, которая сидит у граммофона на Victor Records Corporation. Конечно, это не ниппер, но сидит в той же позе. Поэтому я его и держу, и вожу с собой с квартиры на квартиру. В оригинале выглядел российский флаг. Вот он. Это настоящий российский флаг, сохраненный с дореволюционных времен в Америке. Вот как он выглядел такой, в то время российский флаг. Цвета те, которые там, у меня на лице совершенно абсолютно не те. Оттенки настоящие, те, которые были. Вот. Тут же у меня есть тех же лет. И американский флаг. Видите, как звездочки были расположены? Всем по-другому.
Вот. Также есть и английский флаг. Вот он. Вот. Это все настоящие цвета, те, которые были давно, а не те, которые сейчас изображают. Вот. Так что стараюсь сохранить оригинал. Все хорошо. Шутка. Но в каждой шутке есть доля правды. Мы все душой пираты, морские разбойники. Ну и моя коллекция, конечно, не могла обойтись без этого флага. Вот. Веселый Рожер его зовут.